Всем доброго времени суток. Купила вот такую рульку по-домашнему. Вес больше килограмма. А, вот здесь вот. Так, кило 240. А самой рульки без маринада кило 60. Я уже сильно большой любитель рулек, но здесь не работает духовка. Поэтому попробую ее сегодня запечь на сковородке. И посмотрим, получится, не получится. Ну вот, раскрыла упаковочку. Рулька выглядит очень даже симпатично. Вроде бы даже мясная, такая не сильно жирная. Но пока меня все устраивает. И аромат маринада тоже очень приятный. Сковородочку я разогрела. Ну, сковородка тут высокая, вот можете сами посмотреть. На самом-самом маленьком огонечке, который только возможен там. И сейчас закрою крышкой. И буду томить 2-3 часика. Посмотрим, получится. Нет? Надеюсь, что получится. Рулька томится. Прямо на медленном-медленном огне. Вот крышку сняла, кипеть перестала. Так она как бы потихонечку пыхтит. Ну, и вот рулечка обжаривалась на медленном-медленном огне 3 часа. Ну, конечно, это не то, что в духовке, но про духовки нет. Пойдет и такая. Так, вот и сейчас взяла нож. Разрезать ее сейчас не буду. Просто потыкаю, что вот видите, мягкое, пропеченное, все замечательно. То есть, в принципе, как вариант, тоже можно выйти из положения. Но запах вкусный. Надеюсь, что и по вкусу этот маринад будет тоже хороший. Ну и вот уже рулечка. Основное блюдо на праздничном столе. Ну а мне остается всем пожелать приятного аппетита и хорошего настроения.